Отже, ми знову в прямому ефірі, і зараз в нас півфінальні заїзди чоловіків-каноїстів. І зараз ми вболіваємо за Павла Алтухова, який пливе по третій воді. Треба потрапити до числа перших двох, аби кваліфікуватись до фіналу. Я швидко представлю учасників: Мартін Марінов, Австралія, Адрієн Барт, Франція, Павло Алтухов, Україна, Герасим Кочнєв, Узбекистан, Томаш Качур, Польща. Шоста вода – Ілья Штокалов, Росія. Сьома – Дагніс Ільїнш, Латвія. Та восьма – Тимур Хайдаров, Казахстан. Отак ми з вами бачимо захватуюче зрелище. Полуфінал, в якому участвує наш спортсмен Павло Алтухов, представитель хмельницької греблі. І ми сподіваємося на його удачне виступлення. Действительно, здесь полуфинал будет отличаться совершенно от гонки, которая проходила час назад. Это первое отборочное. Вы видите, Павел Алтухов сразу же заявляет о себе как о спортсмене, который собирается никому не уступать, а попадать в финал и бороться за медали в финале. Мы надеемся, что так и пойдет дальше. Вы смотрите, как прекрасно он работает. И погода, самое главное, позволяет это все. Потому что мы по предыдущим соревнованиям, которые проводились на этом канале академической гребли, мы видели, что там могут быть такие чудеса. Волна, ветер, и даже соревнования переносились на несколько там дней. Поэтому мы надеемся, что погода не испортится под наши соревнования. И мы надеемся, что наш Павел Алтухов, представитель хмельницкой гребли, попадет фінал. До речі, цікавий такий факт. По першій воді пливе австралієць Мартін Марінов, якому 48 років. Це унікальний спортсмен. Да, 48 років. Йому через 2 місяці, через півтора місяця буде 49 років в цьому році. Поэтому такой возраст для спортсменов. Першою олімпіадою його була Сеульська олімпіада 1988 року. Ну, зараз четвірка така визначилася, яка веде боротьбу за фінал. Да, і здесь йде боротьба між Павлом Алтуховим, узбеком Кошневым и поляком Качером, а также россиянином Штоколовым. Мы прекрасно знаем по старым выступлениям предыдущих годов и в этом году, что эти спортсмены очень достойны друг друга. И ожидать можно всего что угодно. Но мы также знаем очень прекрасно, как финиширует Павел Алтухов. На предыдущих соревнованиях в чемпионатах мира Павел Алтухов практически всегда отставал на старте. Но сейчас мы видим, что изменилась тактика, и Павел не отпускает никого. Мы надеемся, что и финишное ускорение у него будет такое же прекрасное, как и было. Но мы сейчас наблюдаем, что поляк начинает очень сильно финишировать и добавлять. Нет, это россиянин. Россиянин додает. Да. Sorry, извините. Да, россиянин. Перші два човни, нагадаю, кваліфікуються в фінал. Поляк встает, да. Але дуже важливий також час, тому що найкращий з третіх місць також кваліфікується до фіналу. Отже, дуже важливо зберігати високий темп. Да, Штоколов фінішує дуже серйозно. Це в нас зараз половина дистанції була позаду, так? Да, пройшло 500 метрів. Що далеко їй йти? Ну, чи вистачить росіянина до фінішу таким темпом йти? Я думаю, что все будет решаться на последних 250 метрах. Ну, поки що є другим Алтухов. И мне кажется, додає Павло. Да, Павел в конце дистанции всегда имеет свойство хорошо добавлять. И я думаю, что сейчас у него хватит усилий. Так, це вже фініш. До речі, це вже фініш. И Павло Алтухов кваліфікується до фіналу. Молодчина. У нас первый финалист среди каноистов на Олимпийских играх. Мы поздравляем уже, можно сказать, его тренера с попаданием в финал. Это очень достойно. И надеемся на удачное выступление в финале, который пройдет завтра. Ну, мне кажется, за тактикою все сделал на відмінно. Павло действительно додав на финиш и все четко сделал, розклав силы. Очень правильно с его стороны произошло. Но хотя я и хвалил погоду,
Но насколько я могу видеть, все-таки левый ветер все-таки маленький, но присутствует. И он дает возможность людям, которые, спортсменам, которые гребут с левой стороны, чувствовать себя более комфортнее, чем Павел, который гребет с правой стороны. Поэтому надеемся, что завтра не будет вообще ветра или задует правый. Для нашего спортсмена. Що ж, результат переможця Штокалова з Росії 3,58-259, а у нашого спортсмена 3,58-574. Третім фінішував узбек Кочнєв, і тепер він очікуватиме результатів наступного півфіналу, аби дізнатися, чи кваліфікується він до фіналу. Ну що, ми не... Не проиграли еще ничего, мы только выиграли. Наш спортсмен первым же имел возможность попасть в финал, и он это сделал. И это очень радует. Так держать, и мы надеемся на следующий заезд, который будет через один после второго полуфинала, где будут выступать наши девочки Тодорова и Грищун. Мы надеемся, что действительно они поддержат заданный темп и настроение.